Программа Dragon Frame предназначена для создания высококачественной стоп-моушен анимации. Dragon Frame специализируется на работе с цифровыми камерами, такими как Canon, Nikon, Sony, и которые поддерживают режим Live View. Обязательно посетите наш сайт и посмотрите, совместима ли ваша камера с Dragon Frame. Когда вы подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB, Dragon Frame обнаружит вашу камеру и активирует функцию просмотра в реальном времени. Перед тем, как начать съемку, проверьте настройки экспозиции камеры в рабочем пространстве. Этот интерфейс управляет непосредственно вашей камерой. Проверить экспозицию, фокус и композицию можно здесь. Вы также можете установить качество изображения, используя фотографии с полным разрешением и даже необработанные файлы. Чтобы снять свой первый кадр, вернитесь в рабочее пространство. Все важные элементы управления анимацией можно найти на пульте Dragon Frame. Во время съемки Dragon Frame автоматически загружает все ваши изображения в папку на жестком диске. По мере того, как вы снимаете, вы можете сравнивать последний кадр с текущим режимом Live View. Это можно сделать, перемещаясь вперед и назад по кадрам, сравнивая снятые кадры с просмотром в реальном времени. Когда вы закончите съемку, вы можете экспортировать файлы QuickTimes или всю секвенцию изображений. Dragon Frame прост для новичков, но также удовлетворяет потребности профессиональной индустрии стоп-моушен анимации с элементами управления для липсинга, считывания дорожек, DMX освещения, а также системы Motion Control. По мере роста ваших проектов у Dragon Frame есть все инструменты для поддержки ваших нужд.